Всем привет! В очередной раз я не знаю, должен ли я извиняться за то, что последние несколько дней стримов не было, или не должен, но я, пожалуй, все-таки извинюсь. Потому что кто-то скажет, что ты не должен извиняться, у тебя были причины, ты не должен объяснять, а другие скажут, что я обязан стримить каждый день, даже если я сдохну, я должен даже мертвым встать из могилы и стримить. Но, тем не менее, я приболел на выходных, поэтому было не очень круто было. И совсем не до стримов. Так, что, врубаем супер игру? Going ape shit. Let's go ape shit. With this game. Так, ладно. Привет, Никита Андрюшкевич. Привет, Зетпер. Привет, Рейзер. Привет, Евгений Джонни. Привет, Applejack. Привет, Зенон. Привет, Лиян. Привет, Ресет. Привет, Старик Броневик. Амкол, спасибо. 10 месяцев. Не болей. Спасибо большое, Амкол. Через 2 месяца у тебя уже будет новая иконка. Спасибо большое. Привет. Спасибо большое, Зенон. Спасибо. 7 месяцев. МГРТ. 5 месяцев. Ребят, спасибо вам огромное. Я так полагаю, за эти несколько дней у вас истекла подписка, и вы мне сейчас об этом дружно сообщаете, о том, что вы ее продлили. С помощью функции, полезной функции в чате Твича. Спасибо вам, ребята. Спасибо, Razer, за 10 месяцев. О, мы видим ботинки в действии, которых на нашей сложности нету. Они выглядят как какие-то хрустальные туфельки скорее. Посмотрите, какие чмошные ботинки. Я бы такие в жизни бы не одел никогда. Так, давайте я закончим здороваться. Спасибо всем еще раз. Продолжим здороваться. Привет, Потапон. Привет, Догмат. Привет, Роджер Паладин. Привет, ЛХ. Привет, МГРТ. Привет, Телекан Трилем. Еще раз привет, Амкол. Привет, Артветер. Привет, Франкович. Привет, Джейсон ВС Ворлд. Так. Все. Да, это... Я тоже такое заметил. Это у вас обновляется, скажем так. У вас эта подписка обновляется. Вот, чат Твича, потому что вносит какие-то там изменения. Вот мне кажется, как раз это те самые изменения, при которых ваша подписка не слетает, если вы не продлеваете, то счетчик месяцев не слетает. Вот это как раз было то обновление. Я, по крайней мере, слышал так от другого стримера. Так, короче, нафиг Hardest. Оставляем Hard. На нормале я не хочу, потому что и на харде так-то было нормально. Жизни в вагон. Я думаю, пару попыток сегодня мы сделаем. Может быть, дойдем до куда-нибудь. Все-таки где-то треть игры мы прошли уже, наверное. Не треть, в смысле, а 3/4, я хотел сказать. Точно, чего-то не хватает на стриме? Чего не хватает? Ах, да. Стоп, а почему не хватает? Ну-ка, сейчас, стоп, подожди, я не понял. В чем прикол? Так, сейчас мы отключим Сегу, потому что она нас палит все остальное. Где? Алло. Проснулся.
проснулся. Я не знаю, что с ним случилось. Ты клялся, что будет хардост? Ну, давайте попробуем на хардости. Я просто не очень хочу на хардости, потому что вспоминаю те некоторые места, в которых есть противные враги, которых по-хорошему надо убивать побыстрее. Ну, давайте один раз попробуем. Я один раз попробую. Привет, Фанни Малк. Привет, Луисон. Нормально здоровье, лучше. Как минимум лучше. Чем хард отличается от харда? Враги жирнее. Тут, по-моему, все сложности так отличаются. По крайней мере, хард и хардост точно. А я же могу по диагонали стрелять еще. Во, надо не забывать. Помните веселые хитбоксы? Работаться начала магия же. Ну что ж, я очень рад. Привидение прилетело и сделало мне кирдык. Мы опять начинаем сначала. Можно поставить классные вообще условия игровые. 0 контов. 1 жизнь. Сложность хардест. И дополнительная жизнь одна единственная за 70 тысяч очков. Вот. Потрясающе просто. Что такое? Господи, алерты! Вы что, не работаете? У тебя температура что ли еще держится? Нет у меня температуры уже. Спала. Блин, алерт не работает. Спасибо, Никрейн, за 200 рублей. Кирпичный голем не болей. Спасибо большое. Я не знаю, что у меня сегодня с алертами. Они что, за пару дней неиспользования просрочились, что ли? Не понимаю. Обновить. Ну... Испортились. Ну-ка, сейчас, погодите, 5 сек. Блин, а тут нельзя, черт. Думаю, может, здесь можно переслать его. Нет, нельзя. Печально. Но в любом случае, Никрейн, спасибо за 200 рублей. Кирпичный голем, не болей. Спасибо большое, я не буду болеть. Я давно не болел, на самом деле, уже. Только заболел, видимо, мой ОБС. И все, что в нем захвачено было. Давайте, блин. Надо тест провести теперь. Чтобы убедиться, что он работает. Зараза-то такая. Почему ты не работаешь? На секунду, на микросекунду на донат появился. Ну вот это вообще клево. Мне оно надо, что ли? Я вообще хочу перейти на донат Pay. Кто-нибудь знает, что это за ресурс такой? Ну, не ресурс, вернее, а что за сервис такой? Кто-нибудь им пользовался? Никто не знает. Хотя откуда кто знает? Это надо спрашивать у стримеров. Так, оповещение. Где? Тут должно быть где-то.
Сделать тестовое помещение. Давай, рассказывай. Работает. Зрители, вы молодцы. Зрители молодцы, а Лерт совсем не молодец. Короче, переходить надо нафиг с него. Да не байт на донат. Сейчас бы я байтил вас на донаты, ребята. Сейчас бы я еще этим занимался. Конечно, я не буду этим заниматься. Даже если вы мне начнете донатить прям яро так, я все равно этим начну заниматься. Но это не значит, что вы не должны. Но просто я говорю, что я вас не заставляю ни в коем случае. Так что донатьте смело. И знаете, что я вас не заставляю, ни к чему не принуждаю. Но вы главное донатьте. И так только тогда вы поймете, насколько я вас не принуждаю к этому. Да блин. Прыгает через весь экран. Так, короче, сейчас будет картинка, ребята. Нормал. Ой, блин, не нормал, хард включаем. Все, я поиграл на хардесте, больше не хочу. Я никогда эту игру не пройду. Вот с такими врагами разве можно как-то игру проходить? Ребята, вы посмотрите на это. О каком прохождении игры может идти речь? Когда вот такое происходит. Спасибо, Никрейн, еще раз. Спасибо. Я не байтил. Никогда не занимаюсь байтами. Вы что обо мне так плохо думаете? Да ни за что. Жду выходные стрим Майнкрафта. Нет, не будет. Сейчас в моде не Майнкрафт, а этот, как его, Apex Legends, которые сейчас начнут стримить каждый первый. Клё, очередная веселая смерть этого дебильного привидения, которое появляется на моем уровне и летит прямо в меня, и от него невозможно увернуться, невозможно убить вовремя. Клёво. Давайте посмотрим нормал. Может, на нормале этих врагов не будет вообще? Может, на нормале не будет этих долбанных привидений, которые появляются прямо на моем уровне? Вау. Сразу падает куча жратвы на голову. И поверап дают. Ну, вообще пипец. Привет, Джей Трамп. Много любителей батл рояли есть. Батл гармонь, там батл гитара. А кому батл рояль? Каждому свое. Супер острая шутка, ребята. Острейшая, не порежьтесь. Сегодня в машине пересматривал стрим по Rager X. Душевная игра. Ну блин, там не душевное то, что надо бегать за этим. Бегать за энергию восстанавливать каждый раз. За 3D земель. В две разные точки. Это неудобно. И уровень с вертикальным подъемом замечательный, в кавычках. Проходим на нормале за часик, ребята. Как вы думаете?
Привидений нет. Привидения — это реально какие-то просто наркоманские враги. Они появляются на своем уровне и летят в тебя. Против них ничего невозможно сделать. Ну что против них делать-то? Непонятно. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ту. Норма выглядит похожим на нормальную игру. На харде это уже нормальной игрой не является. Это является какой-то пыткой. Не надо перед каждым врагом останавливаться на полчаса и придумывать тактический боевой план действий, который в 50% случаев еще и не удастся, не увенчается успехом. Да, потрясающая игра и звуки. Привет, Рис. И враги слишком жирные, тоже верно. Вот, например, начало водного уровня, помните? Как весело там. А, я могу еще на башку прыгать, кстати, надо не забывать про это. Там сразу 5 рыбок толстых на вас летят, и вы успеваете их убить только с 4-й или 5-й попытки. Тут у нас секрет, в котором ничего нет. На харде ничего нет, а здесь у нас жизнь лежит. Только я ее не взял, но ничего страшного, у нас бесконечное количество времени. Да, Джон, переезжаю скоро, на днях. Мне Шаксер задонатил, там сколько набралось? 27 тысяч набралось. И Шаксер задонатил оставшиеся 18 миллионов 470 тысяч рублей. Так что переезжаем в Москву. 8 минут не бесконечность. Ребята, это бесконечность, поверьте. У меня в этой игре, сколько я не тупил на прошлом стриме, ни разу время не заканчивалось. И даже не приближалось к тому, чтобы закончиться. Я думаю, бояться нечего. Тут можно кругов 5 успеть навернуть по уровню. Они все-таки стреляют фаерболами. Я только хотел сказать, что на нормале они стреляют фаерболами, а они, кажется, стреляют, если близко подойти. Ну ок. Опа. А что же там у нас есть? Как только мне их убить? Вопрос. Скорее всего, никак. Ботинки. Можно ходить быстрее и прыгать выше. Блин, с таким прыжком не иметь возможности управлять прыжком никакой. Это же бред. Это же просто смешно. Ну и босс у нас ничего не делает теперь. Нет, Эпплджек, нельзя вниз стрелять. О, тут сразу дают ботинки на халяву. Вот, блин, еще раз говорю, мы не можем управлять высотой прыжка. Персонаж всегда прыгает на максимальную высоту. С этими ботинками он вообще прыгает за экран. Понимаете, что он прыгает за экран, блин?
То есть я могу впрыгнуть и впилиться во врага, которого я даже никак не могу увидеть заранее. Я не знал, что блоки эти можно разбивать. Да не хотел падать сюда. Блин, ты когда моргаешь, тебя не видно совсем. Нет, последнее, что я хотел сделать после поднятия двух поверапов на время, это упасть. Привет, Вермуль. Ты мне прямо в ноги прыгнул, ты не мог сдохнуть от этого. Привет, зародыш репейника. Спасибо, Мос-инженер. Спасибо. Приветствую тебя тоже. Опять я упал вниз. Ну дурак. Вообще я хотел за... Ладно, не будем за ботинками ходить. Нафиг они нам жи на самом-то деле? Разве что за них очки дают? Не думаю, что за них дают очки. Хотя нет, какие-то очки дают. Давай, быстрее! Если буду играть в мульт-патруль, да, у меня есть реквест на мульт-патруль. Это самый лучший поверап, простой и понятный. Погнали. Так, сейчас этих поубиваем только. Супер секрет. Зачем порт... Зачем с этой стороны тоже подбрас этот, эта фигня подбрасывающая, если там ничего нет? Непонятно. Бить моба? Зачем его убивать просто так? Так, я не понял, ты меня не должен был задеть. Blaze and Blade? Первый раз слышу. Привет, Адептус, если еще не говорил привет.
PS1 RPG-шка. Ну туда точно не знаю. Так, ладно, хватит сливать. Ладно, хотя бы на платформу тут запрыгать легко. Тут какая-то такая... уровень прилипаемости определенный есть к платформам. Это одна музыка играет на... Я не знаю. На пол игры играет одна музыка. Даже на большей части уровня, наверное, играет. Это одна музыка. Единственная. Блин, не взял. Ничего страшного, время у нас бесконечное. Ура, мы теперь сейчас станем невидимыми. Оу, е. Привидение появилось. Меня это не радует. Долбанное привидение. Привет, Angel Fighter. Кстати, тебе вроде привет не говорил. Или говорил? Привет, пират. О, жизнь. А на простой сложности там, по-моему, только монетка была. Нет, я не в курсе. И проходить его не планирую. Привет, агент Кью. Что у нас? Еще не конец. Ну, конечно, пират, это повод закрыть глаза и смириться с тем, что игра хорошая. Разумеется, пират, ты прав. А тебе можно ее критиковать? Ты, по-моему, ее вчера критиковал очень даже хорошо. Не вчера, в смысле, на последнем стриме. Да, агент Кью, я решил на нормале. На нормале игра нормальная вдруг внезапно стала. На нормале внезапно игра превратилась в нормальную. Враги убиваются. Противных омерзительных тварей, от которых невозможно увернуться, на гораздо меньше. Тут я сам виноват, я забыл, что здесь три паука. Намного меньше булчата стало. Вот эти дурацкие привидения, они появляются прямо точно на твоем уровне и летят тараном в тебя. Против них ничего нельзя сделать. Если они так появятся, ты их не успеешь расстрелять, они слишком жирные. И все, хана, капут. Это как, что за это вообще такое, блин? Ничего удивительного, ребята. Не троллируйте. Вы прекрасно понимаете, что именно я имею в виду. Так давайте-ка возьмем неуязвимость сначала, а потом разберемся с пауками. Будет последний уровень. Будет, ребята. Тут говорили люди, которые проходили игру. Хватит... распространять слухи. Все на мази. А, блин, я же могу их ломать. Стоп. Я мог их ломать. А теперь не могу. Что-то странное. Thank you.
авточардж. Да, за это спасибо. Хотя все равно это оружие самое фуфловое, на мой взгляд. Пошел он. Всем привет, чуваки, подскажите, годный джойстик геймпад для ПК, для спидрана NES SNES, чтобы не сломался быстро и удобно и недорого? Это не ко мне, Feel Good. Привет тебе, это не ко мне, я играю на клаве всегда. Я могу сказать, что клава очень годная для спидрана NES SNES. Если, конечно, в играх не требуются быстрые перекаты, если это не файтинги. Кажется ли этот уровень намного короче и проще? Или это только первый? Где рыбы-то? Летающие. И мы тут где-то в другом месте начинаем, я не понимаю. Что-то тут не так. Да-да, пират, мы поняли. Мы тебя поняли, можешь не повторять по 10 раз. Так, нет, я оставлю-ка я лучше спрет. Я знаю, что уровни облегчены, но это не то, о чем я имел в виду. Не то, что я имел в виду. Давайте-ка проверим. Может, этими снарядами можно сломать стенку? Надо же! Вот оно как. Оружие обладает большим количеством уникальных способностей, чем я предполагал. Файтинги на клаве можно, но сложно делать перекаты. Все, что связано с перекатами на клаве, это... Ну, не сказать, что прям кошмар, но сложно. Ура, повера в самом конце уровня, который не перенесется на следующий уровень. Очень полезно. А, не, он все-таки перенесся. Круто. Вот здесь 5 рыб. А на нормале здесь нету ни одной рыбы. Класс, вообще круто. На харде здесь 5 рыб сразу на вас налетает, на которые настолько жирные, что вы их не успеете убить. И увернуться от них тоже нереально. Если только вам не повезет. Вообще класс, а здесь никого нет. Ни одной. Одна рыба только тут есть. Ну, блин. Так, стоп, я пропустил спуск вниз. Вроде же изначально эта игра на аркаде выходила, да? Вот совсем оказуалишься. Да я уже оказуалился. Нет пути назад, ребята. Все, я уже оказуалился. Я уже оказуалился, дальше некуда. Я во все игры сейчас уже играю на нормале исключительно. Я не помню, когда я последний раз в игру на реквестах ставил сложность хард. Если кто-нибудь помнит, напомните, насколько давно это было.
На Думе был Найтмар. На Думе реквест сам был на Найтмаре. Поэтому это не я убирал Флорис, это я убрал реквестер. А я согласился просто на это, и все. Это не считается, старик броневик. Я имею в виду именно, чтобы я сам, посмотрев на игру, решил проходить ее на уровне сложности выше нормала. Вот как туда попасть? Ботинки что ли взять? А нет, там же есть эта фигня. Кроссовки достаточно, я не понимаю. Или от врага отпрыгнуть? Скорее всего, от врага отпрыгнуть надо было. Да, хватит ко мне подкрадываться, твари. Тут какие-то рыцари пойдут, я помню их. Вот это интересная картина. Клёво. Чуть не сдох. Секрет, которого нет. Трипл килл. Блин. Мне надо полностью прокачивать снаряды свои. Ну пипец. Ладно, хоть мне хватило. Да я знаю, что версия на NES лучше с пират. Об этом сказали с первой минуты стрима. 10 раз про это говорили. Граб исчезает? Исчезает. Надо подобрать. Не должно такое добро пропадать. Шарики. По-моему, тут наверху что-то есть. На самом верху. Мы там прыгали в прошлый раз. Thank you.
Пират, прекращай оскорблять реквестеров. Будь вежливее. Блин. Как минимум на нормале мы это пройдем. Нормально, так что не переживай. Как минимум смотреть эту игру осталось относительно недолго. Смотри позитивно. Да пипец. Меня не оскорбляют такими играми. Мне их просто показывают. Расслабься. Все хорошо, пират. Дыши глубоко. Видали, как красиво все отскакивает? Какая красота. Ни в одной другой игре такой красоты нет. И на NES такой красоты ты тоже не увидишь, пират. Я уверен, что туда можно допрыгнуть, кстати говоря. Я допрыгну. А еще нельзя падать отсюда. Раскроем все секреты. Оп. Спасибо за подарочную подписку, Angel Fighter. Спасибо большое. Поздравляем Зетпера. Откуда я знал, что в самом, около самого выхода слева и справа яма находится? Я не мог вниз посмотреть. Я не мог там посмотреть вниз. Это все равно булочек. Ну пипец. Спасибо за подписку Angel Fighter. За подарочную. Что мне делать теперь? Радоваться, Ветер. Поздравительная яма, да. Да я... А, блин, ну я же нажимал. GetViewers.pro GetViewers.chmo. Вот так. Roasted Heart. Давайте не пойдем в этот секрет. Мне кажется, этот секрет говно. Секрет дерьмо. Не пойдем в этот секрет. Плохой секрет.
Привет, зяблики! Да, так же, как и... Так же, как и в прошлый раз. Единственное, что я включил норму, наконец-то. И внезапно игра стала, как и должна быть, нормальной. Она начала походить на нормальную игру. На сложности нормал, что, в принципе, логично. Да, чем эта игра похожа на Battletoads, ребята? Топ вопрос. Спрыгнем здесь. Нет, я хочу сказать, что на харде игра говёна с дизайна, а не то, что она сложнее. Да, она сложнее. Но она сложнее за счет убогого дизайна. За счет этого она сложнее. Она становится убогой. И только во вторую очередь она становится сложной. Лох, босс. Сказал бы я. Короче, тут рандом. Надо надеяться на то, что глаза не полетят на тебя. Блин, сколько медленный персонаж здесь. Хорошо ощущается, когда ты по нали не успеваешь перейти слева направо. Соринка в глазу. Это легкий уровень, насколько я помню. Клево! А как-то обратно наверх попасть? Никак. Бесподобная логика, пират. Нет, Angel Fighter, здесь есть доставки. Это уровень 5-2, уровень там 4-3. О, хорошенькие. Вот в каком месте там можно дать хорошим дизайном? Интересно. Где это? В какой стране это считают хорошим дизайном? Привет, Кинслейер. Повезло. Так, а тут вниз смотреть не надо. Да, эту игру Каджумба случайно не разрабатывал. Конечно, я не уважаю прыжки. За что мне их уважать, когда я прыгаю не неизвестно куда и падаю в яму?
Что я должен там уважать в этом? Звездочка. Потрясающе, лучшее оружие в этой ситуации. Лучшее оружие. Лучшее оружие, блин. С ним невозможно этого врага убить. Потому что оно до него не долетает даже. Пипец. Ставим как есть. Блин, опять я убил птицку. Птичку. Которую должен был использовать для получения уязвимости, которая мне все равно бы не помогла, так как она кончается слишком быстро. Все, оставляем тройную. Ну, вот это лучше на самом деле. Мне кто-то говорил, что тут туда можно пойти вниз. Я не представляю, как это возможно. По-моему, это бред туда ходить. Сколько хороших оружий дают? Я, кстати, так и ни разу не разглядел эту птицу. Мне это показалось какой-то непонятной, бесформенной, горящей рыбой. Класс. Лучшее место. Лучшее место, где ты мог появиться. Кретин. Лучшее место, блин. Вы видели, как он появился? Когда я в согнутом состоянии под платформой проезжаю, он мне кидает копье на башку. Ну вообще класс. А что я должен делать, спрашивается? Вот что я должен делать здесь? Сейчас мне просто повезло. Так, ребят, будьте добры, пожалуйста. Используйте чудеса современных технологий и посмотрите, что там меня убило. А, нет, понятно. Теперь понятно, что какой-то камень, пролетающий со скоростью света. Вау! Да, классная игра, пират. Ты же сказал, не смейте ее критиковать. Ну и где этот тип, который камнями кидался? А вот он. Ладно, пожрем. Твиче тоже можно, Кидслеер. Не надо. На Твиче можно открывать текущий стрим, и он сохраняется в виде видео, записанное до этого момента. Вот что это такое? Что это такое? Это и на рыбу не похоже, и на птицу не похоже. Это какая-то... Я не знаю, что это. Это какой-то... Оно не похоже на птицу. Можно сказать, что спереди что-то похожее на клюв, но с таким же успехом можно сказать, что морда вся остальная явно рыбья. Какая-то фигня это какая-то, по-моему. Бесформенная. Вот и все.
что? Что мы делаем здесь? Клёво. Клёво. Не успел за 0,2 секунды. Пошёл нафиг. Попугай гриль. Так, ну ладно. Это какой уровень? 5-2? Нет, это уже 5-3 должен быть. 5-1 был спуск вниз. 5-2 это дурацкая... Дурацкие полеты. Значит, это должен быть последний. Опять ты пошел вон. Раб. Привет, комбайнер. Привет, хипки, тебе тоже привет не говорил, вроде. Пошел. Что, что, куда мы спустимся? Я нажал! Ну... Игра не хочет меня пропускать вперед. Я начинаю действовать на нервы. Вот круто, ты заспавнился раньше, чем надо. Или нет? Смайла Кодзимы не хватает, зяблик. Да, это аркадная игра. Это бывшая аркадная игра. Так что у нее типичные повадки аркадных игр. И самых хороших аркадных игр, стоит заметить. Ну а что идея? Идеи много упоротых хватает. Давайте попробуем не сдохнуть на сей раз. Пошел вон. Почему он не прыгнул в тот раз? Я нажал сначала в сторону, потом на прыжок. Если просто нажать в сторону, то обезьяна не спрыгивает.
Она не спрыгивает! Почему она в тот раз тогда спрыгнула внезапно? Я не понимаю. Хотя бы тут жизнь халявная есть. Ты меня не задел. Я не согласен. Иди гуляй. Не задел. Чё, не знаю. Кто-то захочет зяблики. Сказал же тебе, пират, что игра-то популярная. Итак, лучший уровень в игре, ребята. Best level in game. The game. Да, тут 8 уровней. В 3 подуровня на каждом. Ау, ау. Совершенно лютый занос. Токийский дрифт начинается здесь, ребята. Не буду я ничего ради интереса проходить, пират. Скажем так, меня эта франшиза никогда не интересовала. И не особо интересует сейчас. Так, интересно, где я должен найти поверап? А, он у меня был, я просто срал. Все время, которое мне было отведено. Не буду я на харде перепроходить, нафиг мне это надо. Если на харде это не является нормальной игрой, зачем мне это проходить? Если бы это являлось нормальной игрой на харде, я бы это прошел с радостью. Я играю на нормале почти с начала стрима. Через первые минут 20, наверное, я врубил нормал. До сих пор играю на нем. Потому что на нормале игра нормальная играется и нормально проходится. А на харде нет. Да, я казуал, я согласен. Просто игра полна булшита. На харде. Она полна врагов, от которых невозможно увернуться. Полна подстав. Одна тупее другой. И много других веселых моментов. Вау. Ну с ботинками это вообще легко. Мы просто срезали половину уровня. Совершенно непринужденно. Я просто считаю, что эта игра не стоит того, чтобы ее заучивать на харде. Она все равно она дизайнена убого. Она дизайнена убого, на вертикальных уровнях просто каждые, через каждые 2 метра кто-то вылетает и летит тебе в башку. Вы вспомните, как я замечательно проходил замечательные вертикальные уровни в этой игре на прошлом стриме.
Делаешь прыжок вверх, и внезапно диагонали, по диагонали в тебя какая-нибудь рыба летит, которую ты даже не успеваешь среагировать, проходит 0,3 секунды, и она тебя убивает. И через 3 метра еще одна. А потом этот какой-то жирный здоровый урод, который по дурацким траекториям на тебя налетает, резко, как по носу. И так все время. Нафига мне ради этого себя мучить? Если игра с дизайном дерьмовая. Ты что прилип, дурак? Я влево жму. Да не будет никаких контов, ребят. Вы что, я поставил жизнь за каждые 7000 очков. Конечно, не будет контов никаких. Кинслейер. Здесь в настройках можно поставить частоту выпадения, частоту получения жизни за очки. У меня стоит самая легкая опция. Это жизнь каждые 7000 очков. А самая плохая опция, которую можно поставить, это единственная жизнь за 70000 очков. И больше никогда. Эту игру можно усложнить хоть запредельно. Хоть почти что до уровня Battle Kid на Unfair'е. Не совсем, правда, но все же. Примерно, близко. Если поставить все самое максимально убогое. Поставить 0 контов. Одну жизнь. Один экстенд. И у вас получится 2 жизни на всю игру. Больше вы нигде не получите, если только секретные не пособираете, которых на высоких сложностях гораздо меньше, чем на нормале. Привет, Z-Master. Нет, на нормале. Не переживай. Я казуалил. Казуалился. Вот и прошли. Клевая так. Будет на нормале Final Boss. На изи не будет Final Boss. А, пардон. Я думал, он один раз пролетает, а не два. Толстый мальчик. Блин, он пролетает по дурацким траекториям. Ладно, все, окей, я понял. Я все понял. Все, иди гуляй. Ну как ты хотел? Привет, дотер. Как ты хотел, когда тебя убивает с одного касания? По-другому и не получится. В тебя что-то летит, ты дохнешь, все. Безинтересно совершенно. Да, согласен, боссы в игре отстой. Согласен. Какой мангуст, дотер? Ты видишь, какой у меня персонаж? Это не мангуст. Улитки бы и то уворачивались резче. Здравствуйте, Ватановка. Поспорить этой жизни на харде здесь нет.
А на хардости тем более. Да еще бы этот мастер, еще бы ты не ванговал. Любой навангует. Я сам могу наванговать. Ты еще можешь... Ты еще можешь ванговать, что завтра будет четверг, например. Вангуй, ребята, завтра четверг будет. Точно вам говорю. Стопудово, вот увидите, завтра четверг будет. Прям как я и сказал. На хардости вместо жизни должны быть шипы. Там и так шипы, везде. Далее, у тебя божественные шутки. Не получится срезать. Срезать проценты не получится. Давай. Да, Z-Master. Хард и хардост сильно урезаны. В плане поверапов. Некоторые поверапы вообще никогда не появляются на харде. И жизни тоже. Спрыгни вниз. Вниз спрыгни. Долбали, дайте пройти. Зачем мне на битву экстрасексов? Что я там забыл? Что я там буду делать? Иди по стопам великого экстрасенса Пахома. Пошел вон. Какой уровень же? 7-2 из 8. Ну в каком месте это, честно? Там блок не упал. Я бы не смог нормально прыгнуть. Булшит. А еще эта фишка со стрельбой под углом почти никогда не используется нигде. Просто она есть, и все на этом. Интересно, как вот это место на хардсе проходить, когда этому врагу надо раз 10 выстрелить в него, чтобы убить на этих обрушающихся платформах. Опять не упало. Ладно, задолбали. Лоб посмотрел ТАСС по этой игре. Там используют баг, который позволяет начать управлять персонажем во время демо-режима. Вау. Seriously? Это... Почему все падающие платформы до этого были зеленые? А движущиеся серые. И я ясно их различал по этому признаку. А именно в этом месте внезапно серая платформа тоже решила упасть.
Игра меняет свои собственные правила. Игра меняет правила. Поэтому это булшит. Ребята. Булшит. Что у нас здесь? Срезка. Смотри вниз. Куда мне падать, спрашивается. Давайте сюда, мой любимый по верам. Ох, опасно было. Тут в центр. Ну давай в центр. Слева и справа шипы? Чего? Серьезно? Шутка. Блин, уже не выпрыгнуть, черт. О, не, выпрыгнуть. Сказал выпрыгнуть. Нет, не выпрыгнуть. Или выпрыгнуть, да... Как вы хотите, чтобы я это оценил? Скажите мне, пожалуйста, я имею право злиться на сие геймдизайнерское решение? Можно мне злиться? Или нельзя? Привет, ой, уронил. Я бы не поверил, Ильян, пока не проверил. Я бы не поверил в такое. Вау. Не имею, значит. Что ж, жаль. Уйди, долбанная платформа. Потрясающие геймплейные перепития. Сказать-то нечего больше. Обязан радоваться? Оу, е. Я счастлив просто. Амкол, в Мегамейкере, кстати, раньше любили подобное делать. Делали уровень, в котором 90... В котором 10 телепортов, например, в ряд. И 9 из них телепортируют тебя в шипы, например. Любили так делать. Одно время. Давайте просто в конец уровня пойдем уже. Не будем особо исследовать. Просто найдем, где уровень кончается. Надо радоваться, не надо напрягаться. Песня-то топовая,
Но я думаю, не напрягаться в такой ситуации невозможно. При всем моем уважении к ушному. Чудом не сдох. Раз так делать не в любом мейкере? Ну согласен, в любом мейкере. Так, что это за зеленая фигня? Делайте ваши ставки. Что это за зеленая фигня? Вау, это... Это действительно фигня. Фигня, в которой нельзя прыгать. Нельзя передвигаться. Не круто. Я сначала подумал, что это какая-то покорёженная графика, и меня сейчас убьет непонятно чем. Но нет. Так, что нас еще тут ждет? В потолке шипов я не буду, я надеюсь. Привет, Рауль Менендес. Привет, Лэндсталкер Зеро. Подстав здесь нет. Я чувствую здесь жизнь под самый занавес. Или нет? Баштар. Ух ты. Чувствую, это просто битва в перемяс. Ну, не совсем. Я понял, Никита Андрюшкевич. Большое спасибо за эту тактическую подсказку. Разумеется, без этого я бы не догадался никогда. Ух ты, уровень сразу... Блин, это будет самый быстрый уровень. Ребята... Помните, вы жаловались на то, что игра медленная? То, что персонаж слишком медленный. Так вот, нам сейчас целый уровень, посвященный этому. Теперь нам будет казаться, что раньше персонаж был просто молниеносным. Стоит отдать должное за эффект вспышки. Зеленый борщ, да. Краковская колбаса зеленая. Рыбы, которых я не видел. Привет, оборотень. Да, отходила от травмы, нанесенной этой игрой, ты прав. Ты откуда взялся? Тебя в прошлый раз здесь не было. Ребята, я же не псих. Его здесь не было в прошлый раз. Откуда он взялся-то тогда? Че, я опять перескроллил экран, что ли? Походу, да.
Так, ладно. Садимся. Садимся на дно. Мармелад. Самая увлекательная секция в игре. Что там есть? Вроде шипов нет. Про шахматы Дизель, кажется, вспоминали. Нет. Ты будешь первым. Пошел. Надо еще стрелять часто, потому что не видно нифига. Темно. Хотя на самом деле все видно. Просто не так хорошо, как хотелось бы. Вау! Это что такое? Какой-то лабиринт лютый. Давайте попробуем включить умника. Нет, там блоки не ломаются. Я подумал, может, там блоки можно проломить. Нет, они не ломаются. Инфа 100%. Это предпоследний уровень. Нет. Это 8-2. Следующий последний будет 8-3. Опасно-то как? С ума сойти. Блин. Чё? Что мне подсказывает, что падать там не надо? Ну да, разумеется, там шипы. Куда теперь? Вопрос. Потолок? Нет. А куда? Куда? Слева старт, там я начал. Куда еще? С этой стороны ничего нет. Наверное, из пола платформа вылезет. Да, я оказался прав. Моя супер дедукция вновь всех спасла. Супер платформинг пошел. Хардкор. Клево. Здесь ничего нет. Очень осмысленный левел дизайн. Скажите мне, что я без Калуса дойду до конца уровня сейчас. Ну, тут по идее негде сдыхать, правильно ведь? Еще и жизнь дали, вообще хорошо. Хорошо. Итак, 7-3. Мы видим сразу, как все начинается. Начинается все с шипов. Врагов тут на уровне Adventure Island 8-4. На харде тут, наверное, вообще как на каждом шагу на тебя налетает по 3 рыбы, по 4 призрака, блин. И по 2 этих летающих урода. Жирных.
Ладно, пойдем сюда сразу. Да это не так, не такие уж эпилептичные, не такая уж эпилептичная смена цветов, как мне кажется. Все-таки она достаточно плавно происходит. Могло быть намного хуже. Так, ну что, все, конец уровня или что? Куда идти-то? Что за непонятные какие-то храмы, в которых ничего нет? О, круто, можно зипнуть наверх. А во! Нашли платформу в темноте. Ну что, всем хана. Туда я не прыгну. Как-нибудь обойдусь. Макаку я тренить не буду. Ни за что. Игра, в которой кроме запоминания, идеального запоминания, получасового, ничего не требуется. У меня для этого есть Battle Kit. И я им горжусь намного больше. Так как он намного лучше, как игра. Так, последний босс. Старк. Тони Старк. Железный человек уже не тот. И не говори. Ну конечно, ну конечно. Когда у него останется немножко, разумеется, мы встрём. Почему бы и не срать. Да, тут можно напрыгивать на огонь. Это мы выясним еще на первом стриме. Зря. Зря. Зачем я решил стоять близко к нему? Не знаю. Не страшно. Привет, Дима Зен. Давайте пройдем его уже. Мне надоел этот цирк с обезьянами и старками. Давай, 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 давай. Заканчивайся. Е-е-е! И что, мы
не увидим сразу... Чего? Мне кажется, или меня кто-то обманул сейчас. Мне кажется, или что-то не так. Должно быть 8 уровней, ребята. Нет? Не 8? Какая сюжетная линия, Рауль? Я не понимаю, что происходит на экране. Вот это последняя секция. Ну зашибись. Почему 8? Я не знаю, говорили так. Несколько раз даже, по-моему. Я первый раз впервые слышу про 9, про 10. Привет, Эдхэл. Привет, Алекс Смайл. Спасибо. Ну идем. Окей. А что за веселая музыка? О боже мой, о господи, о нет, о нет, о нет, пожалуйста, не надо. Веселые вагонетки! Еее! Потрясающе! Да-да-да! Музыка прям оп-оп-оп! Что ж. Призовая игра, да, точно. Призовая игра это, ребята. Можно я как сюда вот, вот протиснусь? Чтобы можно как в черепахах первых, если под правильный пиксель, то можно залезть наверх. Нет, нельзя. И что это такое? Ну ок. Это не новая музыка, это музыка с титульного экрана, которую мы услышали уже давно. Понятно, они могут идти за мной. Хорошо.
Будем стрелять отсюда, чтобы их не перекидывать. Откуда взялся за моей спиной? Пошел вон. Так, ладно, хорошо. Какие-то синий заборчик. Очень-очень мило. Огромная обезьянья башка. Очень мило. Две обезьяньи башки. Еще милее. Ждем, не успеем. Выход! True last boss. Тот же самый босс, только другого цвета. У меня, к слову, есть поверрап, которого, я уверен, на других сложностях нет. Не спойлери, Никита Андрюшкевич. Чем спойлеришь? Ну, будет две формы, хрен с ним. Хоть один нормальный босс будет во всей игре. Я этому рад буду, если у него будет две формы. Это же контра 3. Блин. О, еще и чекпоинт на этой форме. Так, надо ему руки отстреливать. Всегда. Лучше надо. Блин, да что ты будешь делать? Это сложно. Нифига себе у них хитбокс! Гигантские огромные квадраты. Вообще никак не относящиеся к спрайтам. Да чему бомбить? У меня 17 жизней. Чему мне бомбить-то? Блин, я дурак. Я не был готов. Сколько контов? 7. Я ни одного не тратил еще. Теперь вообще хрен.
хрен мы проиграем. Еще легче. Какой этот? Драмролл. Оу, е! Да, Шаксер, ты вовремя на рулетку. Привет тебе. Что могу сказать про эту игру, ребята? Тормозная она. Нельзя управлять высотой прыжка. Это плохо. Персонаж слишком медленный. Это плохо. На харде и хардости левел дизайн убогий. Заключается в том, что тебе на башку постоянно кто-то сваливается. Или вылетает под невозможными для уклонения траекториями. Как самонаводящиеся привидения, например. Поэтому, если играть в эту игру, то играть только на нормале. На других сложностях игра удовольствия не приносит никакого. Нет, Диман, это был нормал. Если хотите хоть какое-то удовольствие от этой игры получить, хоть какое-то, играйте на нормале. Да, музыка однообразна. Почти на 99% игры один и тот же трек играет. Боссы тоже так себе. Единственное, что самый-самый-самый последний был прикольный. Игра такая себе. Вообще такая себе. Очень такая себе. Что я в прошлый раз хотел написать здесь, я уже не помню. Борман пусть будет. Не знаю, кто такой Борман. Но пусть будет Борман. No, never see you again. Все, зашибись. Ура. Фух.